экономики здравоохранения. Значит, никакого приветственного слова я говорить не буду, и свои 5 минут я жертвую второму докладчику. Хорошо? Итак, значит, первый доклад. Заздравник Евгений Александрович, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. И, как я понимаю, еще и аристов, да? Значит, тема представлена на английском языке, но я так представляю, что you are fluent in Russian, да? То есть вы бегло говорите по-русски. Ну, вот. Да, да. И по-русски все это изложите. Я правильно понимаю, да? Да, давайте. Хорошо, начинайте. Да, добрый день. Ну, прежде всего, спасибо организаторам конференции за возможность представить сегодня наш доклад. Наше исследование посвящено оценке эластичности расходов на здравоохранение по доходам для россиян. Ну, в качестве вводного слова мне хотелось бы рассказать небольшую предысторию. То есть, ну, как известно, большинство россиян, то есть большинство проживающих в России обладают полисом обязательного медицинского страхования, которое им гарантирует бесплатную медицинскую помощь. Однако на самом деле она все же не совсем бесплатна. Зачастую пациентам приходится самостоятельно покупать лекарства, доплачивать официально за дополнительные исследования или выполнять некие, или делать некие неформальные, неофициальные выплаты врачам. И более того, по данным официальной статистики мы видим, что вклад домохозяйств в оплату, в общие расходы на здоровье растет за последние 20 лет. Если 20 лет назад он был 30%, то к 2017 году достиг 40%. И при этом важно, чтобы... То есть, ну, хорошо, мы видим, что расходы растут, но при этом важно, чтобы услуги здравоохранения были одинаково доступны для всех, независимо от уровня дохода. Однако, ну, как показывает практика в других странах, все-таки это не совсем так, и похожие паттерны могут наблюдаться в России. Например, представьте, что лечение у доктора Н довольно дорогое, довольно дорогие лекарства, и это понимает пациент. У пациента есть два варианта действия. То есть первый вариант действия – отказаться от такого лечения или его отложить, потому что он считает, что эти лекарства – это там сопоставимы с товарами роскоши, и он не может их себе пока позволить. Либо он может сократить потребление других благ, таким образом обрекая себя на бедность и ухудшая качество жизни. Оба варианта, разумеется, ну, вряд ли кого-либо устроят из пациентов. И мы, ну, прежде чем поднимать эту проблематику для России, мы хотим бы либо оценить, собственно, услуги здравоохранения – это товар роскоши для россиян или товар необходимости, или они вообще не зависят от доходов. Ну, прежде всего, мы оцениваем общие расходы на здравоохранение и их чувствительность по доходам. Кроме этого, мы хотим понять, а как расходы на стоматологию или госпитализацию могут быть чувствительны по доходам. Собственно говоря, исследования по теме демонстрируют отчасти противоречивые, отчасти схожие результаты. То есть тема не новая, и ранние работы были опубликованы в 70-е годы. На уровне стран сравнивался общие расходы на здоровье на уровне страны и чувствительность этого показателя к вариации ВВП. И в ранних работах считалось, что здравоохранение является товаром роскоши. Чуть позже авторы пришли к выводу, что на уровне стран здравоохранение все-таки это товар необходимости. Но при этом Балтаджи и Маскони не так давно выяснили, что коэффициенты эластичности, они зависят от уровня благосостояния страны. Они выше для бедных стран и ниже для богатых стран, что означает, что богатым странам, жителям богатых стран легче оплачивать собственное лечение. Несколько иная картина наблюдается для стран с низким или средним уровнем дохода. Зачастую мы видим, что там здравоохранение – это товар необходимости, и что означает, что домохозяйствам приходится сокращать потребление других благ, если возникает потребность оплатить
лечение полностью, либо какую-то его часть. В то же время некоторые исследования, преимущественно на американских данных, демонстрируют, что расходы на здравоохранение, на здоровье, они могут быть эластичны по доходам, если у респондента есть хорошая медицинская страховка. Что же касается России, насколько нам известно, есть только одно исследование, в котором авторы пытаются ответить на поставленный нами вопрос. Это исследование Абегунда и Стациоля. Но в этом исследовании полученный коэффициент эластичности равен 0,15, что означает, что здоровье – это товар необходимости. Однако нам хотелось бы это исследование дополнить. Прежде всего, применив более совершенный и точный эконометрический инструментарий. Во-вторых, применив более точный подход к оценке доходов домохозяйств. И в-третьих, чуть подробнее поговорив про расходы на здоровье, потому что расходы могут быть как можно рассматривать в целом, можно рассматривать по отдельным статьям, как расходы на стоматологию, госпитализацию и так далее. Собственно говоря, какие данные мы используем в нашей работе, это довольно известный датасет, это российский мониторинг экономического положения и здоровья, которые собирает Высшая школа экономики. Наши данные охватывают период с 2006 по 2017 год, и с их помощью мы конструируем 5 зависимых переменных. Первая зависимая переменная отражает общие расходы домохозяйства на лечение. Соответственно, остальные переменные показывают общие расходы домохозяйства на стоматологию, госпитализацию, лечение в поликлиниках и приобретение лекарственных препаратов. Но поскольку наши зависимые переменные измеряются в рублях, понятно, что и мы наблюдаем ее в течение нескольких периодов, понятно, что ее вариация в какой-то степени объясняется изменением цен во времени и в пространстве. По этой причине мы корректируем наши данные и все на инфляцию и на различия, на региональные различия цен. Таким образом, все единицы измерены в ценах 2003 года города Москвы. Наши объясняющие переменные выступают общий доход домохозяйства, который измеряется методом расхода, следуя рекомендациям Агнуса Дитона. Почему метод расходов? То есть, что он под собой предполагает? Предполагает, что мы считаем не общие расходы домохозяйства, предполагаю, что мы считаем не общие доходы, а общие расходы домохозяйства. И считается, что, опираясь на расходы, мы чуть точнее измеряем уровень благосостояния наших респондентов. Собственно говоря, вот на этом слайде можно посмотреть на описательную статистику. Я не буду здесь останавливаться подробно, чтобы больше времени говорить о наших результатах, однако хотелось бы подчеркнуть особенность собранных данных. То есть, во-первых, мы видим достаточно большую разницу в объеме выборки по каждой из зависимых переменных. То есть, если это общие расходы, то у нас всего 39 182 наблюдения, то для госпитализации всего 2935 наблюдений. Разумеется, такие различия в объеме выборки могут порождать определенные технические трудности в ходе оценки моделей. Соответственно, как эти данные мы оценивали и почему мы так оценивали? Для того, чтобы эти данные проанализировать, существует несколько стратегий. Самая простая стратегия – оценить обычную линейную регрессию методом наименьших квадратов. Однако такой вариант не очень хорош по ряду причин. Прежде всего, есть проблема селекции. В частности, домохозяйство тратит на лечение только тогда, когда кто-то из членов домохозяйства болеет. Но вероятность того, что человек заболеет, зачастую не случайно, она может коррелировать с социально-экономическими, демографическими характеристиками респондента. Поэтому те наблюдения, которые мы видим, те цифры по расходам на здоровье, которые мы наблюдаем, они существуют только для тех лиц, у которых были проблемы со здоровьем. Другая проблема, связанная с
методом наименьших квадратов, все-таки то есть объясняющие перемены, то есть общие расходы домохозяйства, она эндогенна, потому что всегда присутствуют некие важные пропущенные переменные, и в связи с этим мы можем получать смещенные и несостоятельные оценки. Эта проблема, между прочим, обозначена и в других исследованиях, и существует, в общем-то, два, наверное, базовых подхода к ее решению. Первый подход, довольно старый, это оценить модель Хекмана. Второй подход – оценить регрессию с переключением, которое используется в работе Лепина. В нашем исследовании мы применяем модель Хекмана, потому что он, ну, прежде всего, дает интуитивно простые и в то же время достаточно точные результаты при условии, что мы корректно оцениваем уравнение отбора. Собственно говоря, какую модель мы оцениваем в своей работе? Мы оцениваем следующую модель. На первом этапе оценивается взаимосвязь между тем, что у респондента есть какие-либо проблемы со здоровьем, его доходом, его домохозяйства, различными социально-демографическими характеристиками респондента, и присутствуют некие переменные, которые объясняют, а почему у него или у нее могут возникать проблемы со здоровьем. В нашей работе это пул переменных, среди которых это самооценка здоровья, число хронических заболеваний, некурение, употребление алкоголя, занятия спортом и принадлежность к определенным профессиональным группам. Далее на втором этапе оценивается основное уравнение, где зависимые переменные выступают алгоритмом расходов на здоровье, а объясняющими переменными выступают общие расходы домохозяйства и квадрат этих расходов. Почему квадрат? Потому что мы предполагаем, опираясь на предшествующие исследования, что коэффициенты эластичности могут зависеть от уровня расходов домохозяйства. То есть для богатых и бедных домохозяйств мы можем наблюдать разные коэффициенты эластичности, поэтому мы добавляем такой квадрат. Ну и, соответственно, всегда присутствует вектор контрольных переменных. Ну, собственно говоря, чтобы посчитать коэффициенты эластичности, нам нужно взять производную по расходам. То есть, ну, это, в принципе, достаточно стандартное математическое упражнение. То есть здесь вы видите формулу, которую мы используем, и на основе нее вычисляются как коэффициенты эластичности, так и их доверительные интервалы. На следующем слайде показаны оценки и 95% доверительные интервалы коэффициентов эластичности расходов на здоровье по доходам. И в данном случае зависимые переменные выступают общие расходы на здоровье. Ну, прежде всего, что мы видим? Как и ожидалось, мы видим, что вообще говоря, услуги здравоохранения для россиян – это товар необходимости. Неважно, сколько респондент зарабатывает, скорее всего, если он заболеет и пойдет к врачу, ему или ей придется сокращать потребление других благ, что, наверное, не очень хорошо. Но в то же время это соответствует результатам других исследований, выполненных по Ирану, Сенегалу, Китаю. Ну, отличается от работы, в которых анализируются данные США, где все-таки у лиц со страховкой, у россиян так или иначе есть страховка, расходы на здоровье не эластичны. Кроме этого, мы видим, что для бедных домохозяйств расходы на здоровье эластичнее, чем для богатых домохозяйств. Собственно говоря, если бы у нас вот, точные оценки превышали единицу, можно было говорить, что здоровье – это товар роскоши для россиян. Но в данном случае ни доверительный интервал, ни точные оценки не превышают единицу, поэтому мы можем предполагать, что это товар необходимости. Также мы видим, что оценки, выполненные как для двух когорт за 2006-2017 год, так и для пула данных с 2006 по 2017 год, приблизительно одинаковы. Доверительные интервалы этих оценок перекрываются, что позволяет предположить устойчивость коэффициентов эластичности во времени. Если посмотреть детальнее, ну, как известно, это общие оценки, идеал может крыться в деталях, и в нашем исследовании примерно так и получилось. Представьте себе пациента, который, ну,
вполне здоров, не ходит к врачу, но регулярно посещает стоматолога и иногда покупает лекарства, чтобы лечить простые заболевания, такие как простуды или грипп. Для такого респондента или для его домохозяйства будет наблюдаться схожий с предыдущим графиком паттерн. Мы видим, что для него расходы на здоровье будут товаром необходимости. Также мы видим, что если этот респондент зарабатывает мало, то здоровье будет близко к роскоши, к товару роскоши. А если у него хорошая зарплата, то оно будет товаром необходимости. Но все же эластично по доходам. Если же представить респондента, у которого нет проблем с зубами, но он иногда простужается и тратит деньги исключительно на лекарства, то наблюдается несколько более позитивная картина. Мы видим, что, во-первых, оцененные коэффициенты эластичности в целом ниже. То есть здесь вот для бедных домохозяйств коэффициенты точной оценки около 0,6, а для богатых домохозяйств они приближаются к нулю, но все же не пересекают ноль, но можно сказать, что они практически не, то есть для них здоровье, лекарства, вернее, практически не эластичны по доходам. Однако возникает вопрос, а что, если у респондента все-таки есть проблемы со здоровьем, и ему надо ли или ей лечиться в больнице, или посещать врача амбулаторно? И здесь, к сожалению, не столь радужная картина. Ну, прежде всего, мы видим, что данные оценки, где вот точечка в середине, это оцененные коэффициенты эластичности только для стоматологии. Доверительные интервалы широкие, потому что достаточно маленькая выборка, не так много россиян посещают стоматолога. Но тем не менее, мы видим, что для бедных россиян, вероятно, стоматология будет считаться товаром роскоши, и таких домохозяйств будет приблизительно половина. Для тех домохозяйств, чьи доходы выше медианного уровня, это стоматология, конечно, товар необходимости, но все же расходы на лечение зубов достаточно чувствительны по доходам. Коэффициенты эластичности приблизительно от 0,6 до 0,8. Что же касается случая госпитализации, лечения, амбулаторного лечения или расходов на лекарства, то здесь довольно сложно сказать, где коэффициенты эластичности выше или ниже, и что из них, соответственно, ближе к роскоши или к необходимости, потому что их доверительные интервалы перекрываются. Но в то же время мы видим, что выявленные паттерны сохраняются. Мы видим, что для бедных домохозяйств и госпитализация, и амбулаторное лечение несколько менее доступны и чуть ближе к уровню роскоши, чем для богатых лиц. Ну, собственно говоря, из этого можно сделать вывод, что несмотря на наличие обязательного медицинского страхования и широкой сети государственных поликлиник, больниц, все же россиянам не только приходится тратить на собственное лечение, но и их расходы на лечение в значительной степени зависят от их доходов. Более того, если это домохозяйство бедное, то вполне возможно, что ему придется существенно сокращать потребление других благ, либо откладывать собственное лечение, понижая качество жизни. Ну, на этом я завершаю свой доклад. Буду рад обсудить с вами свое исследование, наше исследование. Спасибо большое за очень содержательное и компактное выступление. Какие будут вопросы, коллеги? Ну, давайте я начну. Я правильно понимаю, вы делали анализ на основе перекрестных данных, то есть и по расходам, и по доходам в разрезе, ну, отдельных групп доходополучателей, да, в данный момент времени. По группам доходополучателей, то есть динамический компонент вы брали только в той части, какой, как бы, пользовались данными за разные годы. Вот, как вы считаете, если к этому добавить еще региональный аспект, то есть включить
спецификацию модели еще и фактор, фактор финансового обеспечения в регионе. Финансовое обеспечение, то есть государственный, уровень государственных расходов на здравоохранение. Вот как, я понимаю, что вы этого не делали, но как по-вашему, если это сделать, какую картинку мы получим, какая здесь может быть гипотеза? Будут ли больше потреблять и с акцентом на, так сказать, на то, что это товар необходимости в регионах с большими государственными расходами и наоборот? Вы знаете, на самом деле вы затронули сейчас чрезвычайно интересную область, потому что действительно, ну, прежде всего, отвечая на ваш вопрос, мы, разумеется, думаем и думали об этом, но поскольку данные РВМС не репрезентативны на региональном уровне, мы не можем включить региональный компонент. Но, тем не менее, это не только, безусловно, интересно, но и важно, потому что все-таки, если посчитать, сколько тратится на лечение отдельно взятого пациента, то есть какая-то часть это частные средства, какая-то часть средства из внебюджетных фондов, и то есть большой интерес представляет ведь оценка коэффициентов эластичности не только частных, но и эластичности на уровне, то есть вот, регионов, которые в большей степени, наверное, будут объясняться чувствительностью расходов фондов к доходом региона. Поэтому то есть, это, я думаю, может быть прекрасным и, ну, спасибо, интересным продолжением нашей работы. Я вам советую посмотреть работу Сергея Владимировича Шишкина. Она давно была опубликована, уже лет, наверное, 15 назад. Он, по-моему, отсутствует сейчас. Он может уточнить все это дело. Там как раз исследовался этот вопрос с очень неожиданными результатами. Я не буду отнимать время. Пожалуйста, какие еще будут вопросы? Еще один маленький вопрос у меня. Почему у вас все по-английски? Вы куда-то подавали, что ли, эту статью? Если подавали, то с каким исходом? Подавал, но выступление еще впереди. Не понял, что значит выступление. То есть просто еще не рассматривали, что ли, да? Нет, как бы заявка рассмотрена, то есть я выступаю, но выступаю через 2 недели. Понятно. Ну что, если нет вопросов, то тогда мы поблагодарим докладчика, точнее докладчиков. Я так понимаю, что вы вдвоем готовили эту работу. Очень интересное выступление и желаем вам как бы продолжить углублять это исследование и работая вместе с нами, с нашей кафедрой и так далее, мы готовы вас поддержать. Спасибо. Спасибо большое. Вы уберете свои слайды, да? Да, вроде все убрал. Все убрали, да? Так, вот видите, мы даже идем впереди графика. Значит, второе выступление. Оценка эффективности распределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями в субъектах Российской Федерации. Выступление нашего коллеги Ильи Михайловича Степанова. Илья Михайлович, да, добрый день. Несмотря на его, небольшой возраст, он уже давно стал ведущим сотрудником по этой тематике, по нашей тематике здравоохранения. Он будет представлять чрезвычайно важную и малоисследованную тему, очень политически заряженную. Вот. Мы we all attention. Угу. Все внимание. Прошу вас, Илья Михайлович. Да, добрый день, коллеги. Меня хорошо слышно? Да, слышно. Да, да. Угу. Презентацию тоже видно, правильно? Да, да. Коллеги, добрый день. Значит, тема моего исследования посвящена оценке эффективности распределения объемов медицинской помощи между медицинскими организациями. Соответственно, для проведения такой оценки использовались ряд субъектов, отобранных в этих целях, и соответствующие профили
медицинской помощи. Кратко поясню, в чем заключается проблема, которую пытается раскрыть мое исследование. Это проблема на стыке области управления и экономики. И связана она непосредственно с тем, что текущая модель планирования объемов медицинской помощи на региональном уровне в системе ОМС закрепляет функцию такого института, как комиссия по разработке территориальных программ ОМС, функцию по распределению этих объемов между медицинскими организациями. Таким образом, обеспечивая их ресурсную обеспеченность, то есть обеспечивая им ресурсы, которые они получают в результате оказания медицинской помощи и получения оплаты за нее по тарифам ОМС. И, собственно, от этой функции зависит финансовое положение каждой больницы. В силу того, что доходы поставщиков медицинских услуг, как известно, определяются произведением объемов на стоимость, на тарифы. Таким образом, от данного решения зависит общая финансово-хозяйственная деятельность учреждений здравоохранения, причем не только государственных, но и частных, в силу того, что текущий порядок дает право организациям любой формы собственности заявляться на участие в территориальной программе ОМС. И, собственно, вопрос заключается в том, насколько эффективно комиссия справляется со своей функцией. С одной стороны, законодательство в сфере ОМС определяет ориентиры по распределению этих объемов, устанавливая 7 критериев, которыми обязаны, в общем-то, пользоваться комиссии в регионах для того, чтобы распределять объемы между медицинскими организациями. С другой стороны, данные критерии определены в достаточно общем виде, и рассматривать их как реальный способ распределения, в общем-то, не представляется возможным. Они носят некий такой ориентир, причем не всегда последовательный. И, в общем-то, задача даже сопоставления фактического распределения, которое происходит в субъектах с данными критериями, она невозможна. В силу того, что, собственно, критерии, они вот в таком виде, в общем, сформулированы. То есть невозможно эту верификацию провести. Собственно, это тянет за собой массу проблем практического плана в регионах. Связана она с тем, что поставщики начинают использовать там внутренние ресурсы для борьбы за данные объемы. Комиссии со своей стороны тоже вынуждены прибегать к субъективному мнению по данному вопросу. Ну и, в общем-то, с помощью какого-либо мониторинга этот процесс зафиксировать достаточно сложно. Единственный способ, который приходит здесь, это провести верификацию данного распределения, исходя из общепринятых объективных критериев, которые могли бы характеризовать деятельность медицинских организаций. Здесь важно то, что в своем исследовании я опирался на не просто на деятельность медицинской организации в целом, но на деятельность лечебных отделений, которые оказывают профильную медицинскую помощь, в силу того, что, в общем-то, качество медицинской помощи зависит не только от деятельности медицинской организации в целом, но и непосредственно от ресурсов самого отделения, поскольку в отделениях формируется штат работников с соответствующей квалификацией, к отделениям привязаны многие материальные ресурсы, оборудование и так далее. Но, безусловно, и общее положение медицинской организации очень часто влияет на то, как качество медицинской помощи в конкретном отделении реализуется. Значит, таким образом вот были сформулированы ряд вопросов и, собственно, вот две основные гипотезы, которые хотелось бы проверить в результате
того метода, о котором я расскажу позже. Соответственно, исходной информацией для ответов на указанные здесь вопросы являются три параметра объемов. Это заявочные, заявочные, которые значит, так, подает медицинская организация до этапа их распределения, то есть в качестве своих предложений плановые, это те объемы, которые устанавливает комиссия уже на основании данных предложений, и фактически это те, которые складываются по итогам отчетного года, в силу того, что фактически могут отличаться от плановых, как известно, это некая вот такая вот проблема качества планирования здесь заложена. Значит, и вот с этими тремя параметрами пришлось поработать для того, чтобы ответить на вопросы, заложенные в гипотезах, то есть проверить следующие гипотезы. Значит, первое касалось того, что значит, процесс формирования планового распределения характеризуется признаками асимметрии информации между комиссией и медицинскими организациями. То есть я исхожу из того, что недостаточно хорошо знает комиссия о работе медицинской организации, с одной стороны, о показателях ее деятельности, качества, ресурсах, либо не принимает их во внимание в силу отсутствия аналитических возможностей. С другой стороны, сами медицинские организации не представляют, не имеют достаточного представления о том, на что ориентирована комиссия при распределении. В этой связи заявки, которые подают медицинские организации, они могут вот не стыковаться с ожиданиями самих комиссий, и это создает, собственно, первую проблему в распределении, связанную с тем, что в общем, медицинские организации не готовы обеспечить нужный объем ресурсов для решения тех задач, которые определяет комиссия стратегически. Ну, если простыми словами говорить, то сколько конкретных заболеваний нужно пролечить по данному профилю и сколько ресурсов для этого потребуется, с какой квалификацией. И вторая гипотеза заключается в том, что плановое распределение будет отличаться от расчетного, то есть рассчитанного на основе объективных критериев, о которых я расскажу. И это отклонение будет достаточно выраженным. Эта гипотеза основана на значит, такой общепринятой текущей оценке ситуации, которая говорит о том, что в действительности комиссии пользуются так называемым инструментом планирования от достигнутого, то есть, в общем-то, и не ориентируются на объективные показатели качества и эффективности деятельности медицинских организаций, а для них прежде всего важно обеспечить преемственность финансирования от года к году, чтобы поддержать устойчивость системы. Соответственно, вот эти две гипотезы планировалось проверить на следующих данных. Соответственно, методология заключается в следующем, то есть прежде всего необходимо было определить, все-таки сформулировать критерии оценки эффективности практик распределения, с тем, чтобы по итогам исследования сделать вывод, являются эти практики эффективными или нет, может быть, проранжировать эти практики в зависимости от регионов, ну и сделать вывод об общей картине по этому вопросу. Значит, выбраны три региона, три профиля, соответственно, в каждом профиле отобраны ряд медицинских организаций. Зафиксированы региональные особенности распределения управленческие, которые являются таким внешним условием вот этого процесса планирования и распределения, который, несомненно, влияет на результат данного распределения. Значит, также методология предполагала определение вот набора этих объективных
показателей по каждому профилю, показатели качества и эффективности деятельности непосредственно лечебных, профильных лечебных отделений, с тем, чтобы на следующем этапе провести вот эту вот верификацию соответствия того, как сложилось распределение, тому, как оно могло бы сложиться, если бы комиссии ориентировались на показатели, на объективные показатели качества и эффективности работы медицинских организаций. Значит, ну, еще коротко об, о том, как происходит распределение. Вот, как я уже говорил, есть три этапа. На первом этапе медицинские организации подают уведомления, на втором этапе комиссия рассматривает эти уведомления и устанавливает уже собственные значения распределения объемов. Ну, поскольку речь идет о стационарном сегменте медицинской помощи, то сразу, чтобы было понятно, единицей планирования является госпитализация по профилю медицинской помощи. И на третьем этапе идет корректировка. Да? То есть ежеквартально комиссия имеет право корректировать, то есть перебрасывать объем от одной медицинской организации к другой, и таким образом вот формируется уже итоговое распределение, которое мы можем также сопоставить с неким эталонным или расчетным значением. Таким образом, вот три критерия, которые соответствуют этой этапности, ну, к ним я уже вернусь непосредственно в конце презентации, когда буду говорить о результатах этой оценки. Значит, три региона у нас вошли в исследование. Иркутская область, Пермский край, Свердловская область. Ну, соответствующие профили. Медицинская реабилитация, нейрохирургия и онкология. Наименование медицинские организации я приводить не буду, в силу того, что это, скажем так, это условие было получение информации от них. Но здесь видно, что в исследование попали как государственные, так и частные медицинские организации, даже муниципальные в Свердловской области, где таковые существуют еще. Значит, здесь приведены на слайде как раз отчетные данные по двум показателям. Это по заявочному объему медицинской помощи и по тому плану, который установила комиссия на основе этих заявок. Вот три региона, и уже на данных картинках можно заметить определенные тенденции, которые в дальнейшем позволят нам сделать вывод, собственно, то, о том, как складываются отношения между данными субъектами обязательного медицинского страхования. Если посмотреть на Свердловскую область, то, в частности, вот государственная медицинская организация вообще не заявлялась по объемам онкологической помощи, но, тем не менее, в отношении данной организации было распределено 164 случая. Ну или, например, в Иркутской области вы видите, что частная медицинская организация под номером вторая, ну, которая в данном случае в списке третья справа, заявлялась только на 300 госпитализаций, но в отношении нее было распределено 1000. Ну и более-менее ровная ситуация в Пермском крае. Здесь отклонение по заявочным и по распределенным объемам, оно минимально, что, в общем-то, положительно характеризует вот именно данный кейс. Значит, на данном слайде приведены значения о корректировках. Тоже здесь только два региона приведено, потому что по третьему данные не удалось собрать. Ну, в общем-то, фактические значения есть, и для того, чтобы сделать итоговые выводы по Свердловской области, нам также их хватило. Но вот обратите внимание на корректировки. Здесь тоже видно, как сильно меняется распределение. То есть, если взять вот Иркутскую область, например, вы видите, что, например, частная медицинская организация, которая помечена оранжевым, в итоге получила на 100 госпитализаций меньше, частная медицинская организация помечена серым цветом, незначительное снижение, ну и вот рост идет в пользу государственной медицинской организации. По Пермскому краю, в общем-то, здесь менее значительное отклонение. Вот это то, что касается фактических значений. Таким образом, для того, чтобы сопоставить
значит, расчетное значение с плановым распределением и с фактическим применялась следующая методология. То есть использовался показатель рейтинга распределения, основанный на средней годовой занятости койки. Соответственно, чем выше получалась среднегодовая занятость койки, то есть более загружены мощности медицинской организации, это характеризует то, что медицинская организация получает приоритетное положение в распределении объемов медицинской помощи. Соответственно, если койка загружается не полностью, то получается, что мощности недоиспользованы, и тем самым это характеризует то, что рейтинг данной медицинской организации в том или ином виде распределения он ниже. Соответственно, по плановому и по фактическому распределению вот данные рейтинги рассчитаны на основе отчетных данных, а то, с чем предстоит сопоставить эти значения, рассчитано на данных объективных показателей. Значит, что касается, собственно, вот расчета интегрального индекса, определения расчетного распределения, то он основан на, собственно, простой формуле, которая взвешивает значения выделенных показателей с тем, чтобы определить, какая из медицинских организаций может рассчитывать на более высокую загрузку койки, то есть попадет в первую строчку рейтинга и тем самым получит более высокий объем медицинской помощи относительно собственной мощности, естественно. Ну и для того, чтобы, собственно, рассчитать вот это распределение, здесь уже используется пошаговый алгоритм, который предполагает сначала распределение от пропорциональное распределение от значения расчетного индекса. В случае, если данное распределение выходит за предельное значение занятости койки, которое берется в качестве нормативного 340 дней, то тогда на следующих шагах идет перерасчет и мощность с тем, чтобы тот объем медицинской помощи, который не смогла на себя взять лидирующая организация, были перераспределены между двумя, между остальными, в нашем случае двумя либо одной. Значит, что касается критериев, значит, по запросу в соответствующих медицинских организациях была собрана, в общем-то, максимальная информация, которая имеется о ресурсах и качестве деятельности лечебных отделений, но не все показатели удалось до конца собрать, и поэтому по каждому профилю есть вариация этих показателей, но, в общем-то, они более-менее отражают вот те аспекты, которые вы видите. То есть медико-экономическая эффективность с весом 0,4, обеспеченность врачами, квалификация с весом 0,3, обеспеченность с средним медицинским персоналом и оценка диагностического процесса. В каждом блоке, в общем, показатели сбалансированы, то есть если один из показателей, например, средняя продолжительность, вот если взять медико-экономическую эффективность, мы видим здесь показатель оборота койки, средней продолжительности госпитализации и среднего взвешенного коэффициента затраты емкости. То есть, с одной стороны, понятно, что чем ниже средняя продолжительность госпитализации, тем более эффективно работает учреждение, но, с другой стороны, это не должно влиять на качество, и это связано непосредственно со сложностью больного пациента. А сложность балансирует другой показатель, как раз среднеизвешенный коэффициент затратоемкости. И применяя в совокупности два таких показателя, в общем-то, вот получается то, что называется сбалансированным результатом, да, то есть он не искажает в ту или другую сторону результат данной оценки. То же самое по обеспеченности кадрами. То есть, с одной стороны, мы смотрим сколько врачей приходится на одну койку, либо по-другому коек на одну врачебную ставку, а с другой стороны, мы еще дополнительно смотрим именно укомплектованность этими врачами и коэффициент совместительства, что балансирует ту ситуацию, когда ставок много, но они могут быть не заняты, то есть пустуют. Вот тоже интересный показатель для оценки диагностического процесса. Мы его посчитали на основе запроса данных о объеме выполненных лабораторных исследований
И считается, что чем больше обеспечено, скажем так, мы исходили из того, что чем больше обеспечено лечебно-диагностическими услугами один пациент, тем качество при прочих равных оно выше. Но вес у этого критерия не такой высокий, поэтому его влияние оно не такое значительное. Значит, по профилю нейрохирургии дополнительно к указанным критериям еще использовалось качество лечения. Здесь вот вы видите тоже набор показателей, достаточно сбалансированных, которые балансируют, с одной стороны, сложность пациента, а с другой стороны, уже клинический результат, больничную летальность, досуточную летальность и так далее. То же самое по сложности именно госпитализации, то есть здесь учитывалось то, насколько стационар имеет опыт лечения больных при поступлении в экстренном состоянии, либо с дефектами догоспитального этапа. Также здесь вот нам удалось собрать информацию по оснащенности и научному статусу учреждения, поэтому эти показатели тоже используются для оценки. Аналогичная, в общем, ситуация по профилю онкологии в Свердловской области. Ну, теперь, наверное, нужно перейти к результатам того, что получилось. Значит, первый профиль – медицинская реабилитация. Что мы здесь видим? Вот здесь вы видите три рейтинга. То есть рейтинг планового распределения, рейтинг фактического распределения и рейтинг расчетного распределения, который был определен на основе тех показателей, которые вы видели. Таким образом, видно, что частная медицинская организация, которая под номером 1 первой строчки, во всех трех рейтингах стоит на третьем месте. И в этом смысле оно неким образом характеризует то, как было распределены объемы относительно расчетного. Но вот если посмотреть соотношение государственной медицинской организации и частной медицинской организации 2, то видим, что здесь есть перекос, то есть причем диаметрально противоположный. Соответственно, если по плановому распределению 100% получает частная, то напротив, по расчетному распределению 100%, то есть это индекс рейтинга, должна была получить государственная. Тем самым и распределение, то плановое распределение, которое сложилось, оно диаметрально противоположно. Вот здесь справа даны справочно ключевые характеристики, которые делают государственную медицинскую организацию лидером среди двух других по расчетному распределению. И здесь вот, в частности, данное учреждение характеризуется тем, что у нее более сложные лечения были, более высокая укомплектованность штатных должностей, ну и более высокая квалификация. Это примеры, естественно, те, которые там демонстрируют то, почему рейтинг получился выше. Чтобы было понятно, да? Значит, надо... Илья Михайлович, извините, да. у вас всего 4 минуты осталось. Да. Значит, вот, собственно, сравнивая уже непосредственно в абсолютных показателях, здесь получился такой расчет, то есть его можно сравнить с плановым фактическим значением. Ну и, в общем-то, что мы здесь видим? Что в процессе реализации территориальной программы ОМС фактическое распределение изменилось по отношению к плановому. И, в частности, тот расчет, который был получен для государственной медицинской организации 310, госпитализации, он совпал с фактом. То есть можно говорить о том, что в процессе реализации фактическое распределение оно приблизилось к расчетному, но все же сохранилось отклонение. Значит, аналогичная картина по профилю нейрохирургии. Здесь вот более разношерстная картина получилась. Не совпадают рейтинги эффективного распределения с плановым кардинально, да. Но, опять же, если смотреть то, как корректировались значения, то видно, что в процессе корректировок, опять же таки, фактическое распределение приближается к расчетному,
что, в общем-то, наталкивает на мысль о том, что, скажем так, невидимая рука рынка, да, она все-таки в конечном счете приближает директивное планирование к тому результату, который оценивается по объективным критериям. Это очень важно. Это может происходить в силу процессов, которые не контролируются комиссиями. Мы знаем, что медицинские организации, стационары могут самотеком брать пациентов. Ну, то есть план – это не окончательные, да, там, условия того, как будут распределены объемы медицинской помощи. Ну, вот аналогичная ситуация по онкологии, тоже диаметральная получилась ситуация, то есть, в общем, наоборот, да, то есть получается, что по плану государственная медицинская организация получила 90% индекс, да, получился муниципальная лучше 100, а по расчетному, по показателям, получается, что наоборот, то есть государственная лучше, чем муниципальная, и распределение, соответственно, должно быть, было быть противоположным. Но здесь, опять же таки, в процессе факта идет фактического исполнения территориальной программы, мы наблюдаем приближение к расчетному значению. Ну и, собственно, в итоге я пытался интегрировать все результаты для того, чтобы дать общую уже оценку эффективности распределения. И вот три таких параметра, о которых вначале я тоже упоминал, они характеризуют в моем случае эффективность практик распределения объемов медицинской помощи в этих регионах. Вот здесь по этим критериям такой достаточно простой качественный анализ проведен, который показывает, что по асимметрии информации у нас выигрывает Пермский край с профилем нейрохирургии в силу того, что минимальное идет отклонение заявок от планового распределения от фактического хуже всего в Свердловской области, где мы вот видели по примеру, что несмотря на то, что медицинская организация указала в уведомлении 0, да, там распределили в отношении нее достаточно значимый объем медицинской помощи, что, в общем-то, говорит о том, что нет понимания ни у той, ни у другой стороны, как устроен процесс планирования и распределения. Ну и с точки зрения корректировки, во всех регионах она была позитивна, то есть приводила к сближению с расчетным показателем. И с точки зрения расхождения планового и расчетного распределения, также вот мы можем наблюдать картину. Оно практически везде в красной зоне, но все-таки можно выделить Иркутскую область, где вот это расхождение оно меньше, чем в двух других регионах. Собственно, какие выводы удалось сформулировать по результатам этого анализа, которые, собственно, говорят о результатах проверки гипотезы. Первый касается того, что, в общем-то, существует не просто асимметрия, но и признаки директивного управления при распределении объемов медицинской помощи. Это значит, что формально те критерии и та модель, которая определена в законодательстве об обязательном медицинском страховании, она не работает. Превалирует модель, в общем-то, директивного распределения объемов, которая основана на каких-либо внутренних факторах в деятельности медицинских организаций, комиссий и так далее. Второй вывод касается того, что во всех случаях мы наблюдаем отклонение планового распределения от расчетного. И мы можем утверждать, что это отклонение связано с тем, что не учитываются достаточно важные объективные факторы, показатели деятельности профильных лечебных отделений, которые непосредственно влияют на качество медицинской помощи. Это квалификация кадров, обеспеченность материальными и нематериальными ресурсами, ну и так далее. Вот. Ну и с точки зрения дальнейших рекомендаций нужно говорить о том, что, в общем-то,
есть потребность в том, чтобы поднимать вопрос о переходе не к такому вот закрытому распределению, а к открытому, основанному на внятных прозрачных алгоритмах, которые могли бы быть верифицируемы, обсуждены как экспертным сообществом, так и сторонами процесса распределения. То есть без вот таких нововведений представляется достаточно сложным реализовать то, что называют концепцией стратегической закупки, то есть той закупки, которая направлена на решение реальных проблем в здравоохранении, в качестве медицинской помощи различных категорий граждан, различных территорий проживания и так далее. Мое выступление. Все, да? Спасибо, да. Все, да. Спасибо большое, Илья Михайлович, очень-очень интересно. Какие будут, давайте начнем с вопросов. Все-таки поделим наше время небольшое на вопросы и на какие-то суждения. Владимир Ильич, ваше мнение. Да. Мы вас слушаем. Алло. Владимир Ильич, да-да. Меня слышно? Да-да-да. Добрый день, коллеги. Добрый день. Владимир Ильич. Я бы дополнил, во-первых, у меня вопрос, когда оценка добротности распределения, учитывались ли какие-то объективные расчеты потребностей населения. Понятно, что они не могут быть удовлетворены полностью, но хотя бы структура, чтобы была более приемлемая. Объективные расчеты потребностей населения с учетом заболеваемости, госпитализируемой заболеваемости и так далее, чтобы это было, если не абсолютным критерием того, как распределять и сколько какому учреждению объемы планировать, то, по крайней мере, чтобы это был ориентир, к которому можно было стремиться. Это первый мой комментарий. И второй, выводы чисто практически стоит дополнить еще тем, что постоянные корректировки, которые здесь еще скромно представлены, практически они ежеквартально бывают, а иногда и чаще. И в результате учреждение не может планировать свою деятельность ни в части подготовки персонала, ни в части хозяйственной деятельности и так далее. И все это в результате приводит к чрезвычайно неэффективному использованию тех скромных ресурсов, которые в нашем распоряжении имеются. Это уже, так сказать, как указатель на то, что надо действительно, важность этой проблемы, планирование медицинской помощи в более широком плане. Конечно. И не только в отношении стационарной помощи, но, по-видимому, распределение же объемов медицинской помощи идет не только по стационару, там и другие показатели есть. Все это чрезвычайно сильно влияет на снижение эффективности используемых ресурсов. Так, Владимир Ильич, спасибо. Прошу вас. Да, Владимир Ильич, спасибо за вопрос. Значит, что касается первого комментария, здесь я полностью соглашусь, что учет потребностей является очень важным фактором при распределении, его нельзя обходить. Но это является в данном случае его неучет, является ограничением данного исследования, безусловно, поскольку все-таки мы использовали кейсовый анализ, и понятно, что это даже не все медицинские организации, которые участвуют в оказании вот данной профильной медицинской помощи, которая была рассмотрена. И это ограничение, конечно, не говорит о том, что вот, распределение вообще не могло бы быть вообще и другим. Да? Но почему, значит, все-таки было принято решение остановиться на этом методе в силу того, что больницы, которые были выбраны, да, они выбраны в зоне ближайшей доступности, то есть они между собой конкурируют. Это раз. И второе, что
при анализе была попытка показать не просто все факторы, да, которые влияют на распределение, и вывести некую общую объективную модель, а показать именно то, что не принимаются во внимание достаточно существенные факторы, которые оказывают влияние непосредственно на, которые характеризуют непосредственно деятельность лечебных отделений. И, в общем-то, если бы результаты были менее явными, да, можно было бы, наверное, их опровергнуть. Но в силу того, что они получились именно диаметрально противоположными, мне кажется, что это достаточно является хорошим признаком того, что реально те инструменты, те критерии распределения, которые используются, они идут вразрез требуемой картине. Да, понятно. Я просто это говорю в плане дальнейших исследований. Да, да, да. И еще в плане дальнейших исследований этот фактор следует учесть, конечно, с коррекцией на то, что буквально нельзя воспринимать потребность, поскольку ее удовлетворить не всегда возможно. Но, тем не менее, с учетом структуры этой потребности, это сопоставление со структурой потребности, это тоже влияет на качество планирования. Да-да-да. По большому счету распределение, ведь это то, чего у нас нет, это планирование. Да. Так, полностью согласен. Еще, какие еще вопросы будут? Мы исчерпали свое время, у нас впереди следующий доклад, поэтому я не жду вопросов и сам делаю заключение по этому докладу. Мне очень он интересен, это в области нашей профессиональной деятельности. Мы очень много занимались экспертными вопросами. И до сих пор эта тема была, в общем, практически не разработана. И нам было трудно что-то предложить. Вот сейчас похоже, что какие-то контуры решения этой проблемы, они возникают. То, что мы услышали, а услышали мы это в первый раз, я думаю, раз мы первый раз это слышим, то, наверное, и другие, да, Илья Михайлович? Вот. И это очень серьезный шаг вперед, безусловно, шаг вперед. Вот, если коротко, нужно разбираться с критериями. Нужно разбираться с критериями. Вы знакомы с западной литературой о стратегических закупках. И, наверное, обратили внимание на два фактора. Первый, собственно, уже Владимир Ильич отметил, это необходимость увязки с потребностями. Да? Хотя с потребностями больше увязано все-таки качество планирования, а не качество распределения. Знаете, объект работы Ильи Михайловича – это распределение, не планирование. Хотя и здесь тоже есть своя связь. Второе – это все-таки показатели. Вы обратили внимание, что в этих работах сейчас акцент делается именно на клинические показатели, не столько на экономические, организационные, сколько клинические показатели. Так сказать, эти вот их комиссии, назовем их так, да, хотя там все значительно сложнее, они укомплектованы в растущей мере клиницистами. И если мы рассматриваем вопрос там нейрохирургии, профиль нейрохирургии, предположим, то недостаточно ориентироваться на обороты койки, средней длительности пребывания и так далее. Нужны объективные, качественные показатели, причем такие, которые более-менее, по которым есть некий консенсус среди соответствующих специалистов. Понимаете, иначе мы будем ругаться, так сказать, по поводу этих критериев бесконечно. А вот когда нам специалисты, в данном случае нейрохирурги, скажут, что это серьезно и нужно деньги отдавать тем, кто умеет, так сказать, делать такие-то операции, вот это будет весомо. Я бы вам порекомендовал все-таки больше акцент сделать на такие. Понимаю, что вы пока только первый слой сняли. Второе, то, что уже является нашим делом, делом как бы экономистов, это, конечно, специально рассмотреть вопрос о кейс-миксе.
о структуре случаев, о сложности. Вы как бы не оставили этот вопрос незамеченным, но вы его куда-то увели, куда-то совсем на задворке. Между тем, есть показатель, на Западе он активно используется, исходов лечения, то есть летальность, скорректированная на структуру случаев. Вот показатель, который, так сказать, на мой взгляд, он действительно может показать, кто сильный. Кто принимает самых сложных больных приличным исходом, который оценивается с учетом того, что это не средний больной, а очень тяжелый больной. И ему нужно давать денег больше. И объемом больше. Словом, спасибо большое за очень интересное выступление. Мы могли бы очень долго все это обсуждать, но благо мы как бы находимся в соседних кабинетах. Спасибо. Найдем возможность все это обсудить. Еще раз спасибо. Спасибо. Значит, следующее выступление у нас это выступление Ольги Владимировны Валиевой. Она является старшим научным сотрудником и опытом Сибирского отделения Российской Академии Наук. Пожалуйста, расшифруйте нам, что такое ИЭОП. Речь пойдет о институциональных барьерах в контексте государственной закупки российским здравоохранением. Мы вас никак не будем ограничивать. Мы понимаем, что мы немножко залезли в ваше время. Поэтому отведенное вам время 15 минут для выступления, 10 минут для обсуждения, оно сохраняется. Да, здравствуйте, уважаемые коллеги. Да, я загружаю какую-то презентацию. Я надеюсь, все хорошо видно. Да-да. Да, замечательно. Итак, сейчас слайд загрузится. Так, F5 у меня хочет нажиматься. Сейчас попробую, да. А это мы можем и сами сделать на весь экран. А, отлично, очень хорошо. Да, спасибо большое. У нас в Сибири-то уже время ближе к 6, да? Вот, Наталья Александровна, спасибо большое за информационную поддержку, к 7 даже, боже мой. Да, спасибо, что, в общем, включили доклад, да, конечно. Я из Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук. Я являюсь преподавателем Новосибирского государственного университета. Да? Вот. И доклад больше будет носить, наверное, такой институциональный акцент, да, и немножко вот контекст пандемии и госзакупок, которые происходили вот в этот период, да, с 20 по 21 год. Актуальность понятна, да, что в связи с вот, контекстом пандемии, да, и с ковидом возникло очень много проблем. Проблем и в обеспечении лекарствами, и проблем в диагностику МАХ, и проблем с созданием вакцины, и продвижение вакцины, да, вот. И это огромные большие рынки, которые сегодня очень хорошо продемонстрировали несостоятельность целого ряда институциональных норм в российском законодательстве. Буквально вот небольшая статистика взята, да, с сайта Всемирной организации здравоохранения. На пике буквально 25 октября 2020 года статистика показывает, что в России, да, очень большое количество летальных случаев на душу населения, ну и кумулятивное, да, значение было очень высокое, и вот случаи заболеваемости, и случаи смертности, да, вот, достаточно высокие, и места мы достаточно высокие занимали по этому показателю, продолжаем занимать высокие показатели по уровню смертности. Вот, теперь вот буквально вкратце, да, что является критерием, на самом деле, качества оказания медицинской помощи, да, это последние данные Росстата, так, вот я сейчас, наверное, сверну, вот, которые показывают, что даже в странах БРИКС, да, уровень смертности в Российской Федерации достаточно высокий. Прям и среди женщин, и среди мужчин, да, и младенческая смертность. То есть критерии такие довольно серьезные.
Еще один критерий, который, очевидно, используется во многих исследованиях, да, конечно, государственные расходы на здравоохранение, вот это тоже данные 2018-2017 года, вот, и Россия по этим показателям, конечно, выглядит очень, не то что очень отстала, это довольно серьезное значение, 3,2 ВВП, это очень незначительное значение. Вот, в целом динамика, да, тоже не очень хороша, то есть понятно, что и среднегодовая численность занятых, да, сокращается, и инвестиции там за 15 лет, да, упали в здравоохранение, да, и численность врачей тоже сокращается, и число больничных организаций. Но я думаю, что вы без меня все это хорошо знаете, да, вот, да, на фоне этого, конечно, ожидаемая продолжительность жизни растет. Возможно, это связано с, вот, с уровнем доходов населения, да, с, там еще с какими-то критериями. Вот. Но что вот, не радует абсолютно, да, что, в общем-то, число инвалидов, да, инвалидизация населения, она фактически остается на прежнем уровне. Вот, а инвалидизация среди детей, она даже растет. Вот, ну и уровень смертности по группам заболеваемости, да, то есть это вот те критерии, которые, в принципе, можно уже какие-то модели включать, да, вот, но у меня они были включены с позиции того, что растет уровень смертности от заболеваний, которые связаны с высокотехнологичным лечением, с оказанием высокотехнологичной помощи, с заболеваниями, которые нуждаются в большем финансировании, как раз системой ОМС, да, и которые на сегодняшний день недополучают на самом деле, да, то есть формально мы можем рассуждать о том, что, ну, вот, как бы план-факт, да, и выделяются те средства, которые запрашивают больницы, на самом деле нет, больницы запрашивают лекарства, дженерики, да, которые, ну, в ряде случаев являются неэффективными, вот, а на импортные препараты, которые являются дорогими, действуют правила третьи лишние, ну, то есть это вот уже объективная картина, потому что есть уже несколько писем от организации, да, врачей-онкологов, да, в адрес правительства Российской Федерации с просьбой как-то вообще решить проблему с обеспечением медицинских препаратов, да, вот, ну, соответственно, как бы вот в образовании уровень заболеваемости растет, вот, хотя на фоне всего остального, в общем, картина довольно, ну, такая вот относительно благостная, да, то есть и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у нас сократилась, вот, хотя вот, ну, и в структуре, да, она изменилась, то есть общий такой позитивный фон, ну, вот там еще добавляются болезни органов пищеварения, да, вот, но самое главное, вот, новообразование, то есть все, что связано с онкологией, вот такой вот тренд, да. Общий уровень заболеваемости, это вот опять же свежая статистика 2019 года, сборник «Россия», регионы России, да, статистический, вот, показывается все равно, конечно, рост, безусловный рост, вот, и болезни органов дыхания, да, и болезни систем кровообращения, и там пищеварения, и болезни эндокринной системы, кстати, которые тоже связаны с получением препаратов, да, в ряде случаев отечественной разработки, да, либо импортной, и там тоже связано с обеспечением, да, инсулинами, инсулинозависимых, вот, ну и вот та статистика печальная по онкологическим больным. Что происходит сегодня в системе здравоохранения, да, в госзакупках в системе здравоохранения? То есть, конечно, очень много исследований по этой теме, в частности, там, по госзакупкам, да, это вот анализ PVC, и Высшая школа экономики анализировала там хорошие исследования в 2019 году. Конкретно вот госзакупками и влияние на региональное развитие, это вот
Марина Юрьевна Малкова, Андрей Александрович Яковлев. Да, изучение транзакционных издержек при проведении госзакупок. Это опять же вот Яковлев Балаев, Вольчик с Нечаевой. Контрактная система госзакупок у Яковлева анализируется. Ну и вот у Бальсевича с Пивоваровой и Подхозиной, да, исследуются региональные различия в относительных ценах государственных контрактов, что действительно, да, регионы сегодня поставлены в разные условия. У регионов, к сожалению, сегодня разные объемы финансирования. От этого очень сильно зависит, как бы, наверное, показатель вот регионального качества жизни. Вот на этом слайде есть попытка на каждом этапе разработки лекарственных препаратов и их реализации, да, проследить, какие сегодня существуют институциональные барьеры. То есть не секрет, что у нас есть компании, в частности, в Академгородке в Новосибирске и в Новосибирске государственный центр «Вектор», да, вот, который одним из первых, как бы, диагностику, вы помните, да, производил. И, в общем-то, в Новосибирск все первоначально анализы на ковид возились, да, и это целый блок компаний, на самом деле, которые вокруг «Вектора» располагаются. Это Кольцово, научный центр, там порядка 20 компаний, которые только специализируются на диагностикумах. И эти компании на первом этапе, да, разработки и продажи собственных диагностик, реализации диагностиков тоже столкнулись прям с серьезными барьерами. То есть они не могли выйти на отечественные рынки, несмотря на то, что, в общем-то, диагностикам были нужны. Да. А вот, то есть понятно, что это и госфинансирование, это налогообложение, это и там отключение затрат на НИОКР при разработках, да, это получение лицензирования, вот, с чем, в общем-то, столкнулись компании на разработке, да, это и доступ к технологиям. Ну, здесь как-то вот, не так много проблем, потому что у компаний и у институтов, у нас и научные институты, исследовательские в Академгородке, порядка 5 институтов, которые занимаются разработками биотехнологического профиля, да, довольно стандартные все барьеры. Вот. Дальше, конечно, это лабораторные испытания и проведение лабораторных исследований, в том числе и сейчас, да, все анализы, которые связаны с диагностикой, да, антител в процессе заболевания и после прививки, да, они сталкиваются с вот одной проблемой. Вся страна вот с этой проблемой сталкивается. У нас нет лабораторий, сертифицированных по стандарту GLP. Global Laboratory Practices, вот, то есть их нет, лаборатории должны быть оснащены, там, это целые критерии, да, огромные, вот, по которым лаборатории должны проводить диагностику. К сожалению, вот, точных каких-то лабораторий, да, сегодня в стране там, ну, 1-2, наверное, на всю страну, поэтому, конечно, все вот эти вот анализы наши на антитела, это очень такое вот спорное удовольствие. Вот. Понятно, что не выполняется целый ряд стандартов. Да. То есть есть требования на международном уровне, да, к проведению клинических, доклинических испытаний, вот, при там, производстве, реализации продукции. Да. Вот, как бы понятно, что наша страна, она некоторые позиции по клиническим испытаниям она игнорирует. Очень сильно, да, процессы слияния и поглощения во всем мире идут. В России тоже они проявляются так или иначе. А вот на стадии производства, да, вот это стандарт, то есть это проблема, да, сегодня выполнять стандарты там GMP, вот, потому что это жесткие очень требования и к технологии производства, да, и то есть к промышленности, там, в общем, то есть это довольно серьезные вещи, которые дорогие, которые дорогие как в технологиях, дорогие как в самом процессе сертификации, это нужно приглашать, да, экспертов, оплачивать им услуги. Ну, то есть это прям целая реальная проблема, и когда Минпромторг говорит, что да, мы сейчас наладим на территории Российской Федерации, там за год построим заводы, да, ведем правила уже второй лишний, да, вот, это очень серьезное заблуждение, потому что невозможно сегодня при той частоте активного вещества, которое к нам поступает из Китая, да, как правило, низкоочищенные субстанции,
производить как дженерики, да, очень высокого класса. То есть это проблема пуска наладки, это проблема дозировки, да, то есть там должно стоять уникальнейшее оборудование, да, опять же, при соблюдении стандартов GMP. Это нужны огромные вложения, огромные инвестиции, когда вот Минпромторг говорит, да мы сейчас там за год, за два вот догоним и перегоним. Это очень большая управленческая несостоятельность. Так просто нельзя такие вещи вот во всеуслышание заявлять. Вот. Но на самом деле вот это вот управленческие там провалы, да, мы обсуждали, вот секция по госзакупкам была, и да, там действительно вот такие вещи, как раз они говорили. Вот. Да, что требования довольно жесткие к организации всех производственных процессов, да, выполнение стандартов там качества и фармакопии, которые вообще тоже не всегда соответствуют, кстати, международным стандартам. Это таможенное регулирование, там, поставки сырья и оборудования, и вообще санкции, кстати говоря, и да, и дефицит сырья, потому что всем известно, что все активные субстанции в основном поставляются из Китая во все страны мира. То есть Китай сегодня мировой поставщик активных субстанций, вот, и дефицит на рынке, да, был связан как раз с тем, что, в общем, Китай удовлетворял нужды там себя, там, европейских и американских компаний. Да, это процедуры лицензирования, это специальные инвестконтракты, по которым получают льготное финансирование, тот, кто имеет доступ, да, конечно. Вот, и, как правило, это крупные корпорации, вот, а срез по корпорациям я представлю чуть позже. И вот прям беда, и в том числе учреждения здравоохранения наших, да, и небольших компаний, которые работают вот в госзакупках, да, и с какими-то там передовыми технологиями, да, конечно, сам закон несовершенен на госзакупках, то есть непонятно, то ли качество, то ли все-таки цена, да, вот, конечно, сейчас приоритет цена и очень серьезные санкции, то есть вот у меня как предложение, да, Кирилл Михайловичу, рассмотреть вот как бы вот санкции, то есть очень часто главврачи, они просто подвергаются вот со стороны ФАС, да, антимонопольной службы штрафом, то есть любой чих неправильно заполненной формы участия в госзакупках, да, то есть может быть как бы тоже как критерий вынести, да, качество управления, вот, и оценки, вот, там, я не знаю, там штрафы, да, либо наоборот, то есть вот по каким-то там критериям финансовым, да, ну то есть вот это проблема, потому что у нас были фокусированные интервью с руководителями медучреждений, и это тоже чуть позже покажу, вот, они прям жалуют, что это прям бич, вот, да, вот про правило третье лишнее, сейчас уже второе лишнее, 8 апреля Минпромторг предложил ввести, и тоже было, и сейчас, по-моему, обсуждается очень активно, да, что же делать, то есть правило третье лишнее, я напомню, да, это когда у вас два отечественных производителя, то третий зарубежный не допускается к торгам, вот, это привело к очень серьезным последствиям вот на рынке продажи, рынке госзакупок медикаментов, да, то есть столкнулись прежде всего, конечно, детская онкология столкнулась с проблемами, да, качественных препаратов, инсулинозависимые столкнулись, то есть там целый как перечень, да, вот, заболеваний, который подпал вот под это правило, да, и сейчас предлагается второй лишний ввести, ну, то есть ситуация, конечно, очень, очень сложная, и опять же эту ситуацию никто не прорабатывает, что будет, если, да. Вот. Ну и все остальное, конечно, это формирование начальной максимальной цены контракта, да, это и там мониторинг лекарственных препаратов, который заблокировал фактически вот, ситуацию с поставкой лекарств в аптеки, в госучреждения, да, то есть был дефицит какое-то время, вот, и понятно, что здесь есть проблема дистрибуции, вот, то есть фактически монопольное положение дистрибьюторов, да, ну и новые формы, да, через онлайн-платформы, там, и проблемы с лицензированием и с регистрацией. Вот, фоновыми макропроблемами, конечно, идет реформа здравоохранения, которая привела к оттоку специалистов, сокращению ГКМИ, сокращению инвестиций, да,
вот, ограниченность, то есть сокращение государственного финансирования. И вот сегодня уже, да, Илья докладывал, я надеюсь, я правильно говорю, да, что ФОМС наш, да, он, у него, в принципе, ограниченные финансовые возможности, и, зная это прекрасно, врачи, главврачи просто иногда не запрашивают адекватного финансирования, потому что они прекрасно знают, что там на определенную группу препаратов они деньги просто не получат. Поэтому они там запрашивают по минимуму, вот, ну, корректируют, да, этот минимум в зависимости от поступающих больных с разными сложными диагнозами, да, но то, что вот как бы не всегда это является основным критерием для оценки, да, качества управления в медицинских организациях. То есть они просто иногда боятся, зная, что им... Да. А вот, ну да, правило, деньги следуют за пациентом, и неэффективное управление на всех уровнях здравоохранения, тут, в общем-то, о чем мы довольно говорим, много. То есть этап исследования на нашего, да, то есть анализ законодательных нормативных актов, трендов и кейсов, да, фокусированное интервью с представителями разных медицинских учреждений, в том числе вот руководителями ковидных госпиталей, в период, да, анализ госзакупок, выделение ключевых игроков, построение моделей. То есть вот буквально, да, вкратце, что сегодня, какие фреймы, да, то есть что задает тон сегодня на рынке госзакупок, безусловно, это 44-й ФЗ, 223-й ФЗ, вот, дальше вот то постановление, там правило 3 лишний, так называемое, да, постановление правительства 2015 года в ограничениях в условиях допуска происходящих там иностранных, да, препаратов. А вот, вот этот вот приказ Минздрава о формировании начальной максимальной цены контракта, который тоже, в общем-то, как бы вызывает очень смутные. Система мониторинга, которая, опять же, вызвала коллапс, вообще говоря, на рынке лекарственных препаратов. Ну и дальше, да, вот такие вот как бы фреймовые законодательства, да. Что показало вообще фокусированное интервью, да, она показала, что, то есть основная, главврачи вообще говорили о том, что, да, закон о контрактной системе, да, это бедствие для медицинских организаций, ну и приводили, соответственно, кейсы, целый ряд кейсов, да, как когда закупаются по низкой цене, да, но в итоге поставки срываются, да, и никто ни на что не отвечает, товара нет, и, в общем-то, как бы наступает там, да, целая цепочка последствий, а вот, в результате таких вот игр с поставщиками, да, а вот, что показал анализ госзакупок, да, что вот в период 20-го и 21-го, да, то есть май, сейчас скажу так, май, нет, вру, сейчас март, там, август, да, получается, 20-го года, вот, то есть в основном, как крупных поставщиков, если мы набираем на сайте госзакупок, да, то есть в основном министерства все, да, то есть, как правило, основные массовые госзакупки, они шли у единственного поставщика, вот, либо с единственным там подателем заявки на электронный аукцион. Вот, очень часто там цены были завышены, да, или там цены были по верхней границе. Вот, ну и, да, тут вот кейсы, которые мы разбирали, вот, к чему привело, да, к тому, что, в общем-то, целый ряд зарубежных компаний ушли с целым рядом качественных препаратов. Вот, на сегодняшний день, да, ситуация такая, что, в общем-то, как бы с закупками вот, ситуация не улучшается, на самом деле. То есть, ну, про дефицит ИВЛ, да, и что там с ними было, это прям вот, мне кажется, что можно там слагать целые оды. Вот, что было, да, то есть приостановка распределения лекарственных препаратов, да, то есть ввоз импортных некачественных тест-систем при ограничении производства собственных ПЦР-тестов, да, вот, очень много было нареканий по поводу СИЗов, кейс, когда там на один день Минздрав издал указ о том, что маски имеют право производить и продавать только сертифицированные организации. Ну, то есть вот как бы сам вот этот вот законодательный фон,
он приводил, и я думаю, что будет приводить еще к очень серьезным последствиям для вот, отечественных учреждений здравоохранения и в целом для населения. Вот. Но я об этом вот вкратце рассказала, да, то есть вот, стандарты, вот, более подробно. Спасибо большое, Ольга Владимировна. Мы уже вынуждены просто заканчивать, потому что у нас стучатся в дверь как бы следующая сессия. Вот. Спасибо большое, по-моему, очень все интересно. Какие будут вопросы или суждения? Все понятно без слов. Да, если нет, то мы поблагодарим наших докладчиков. По-моему, сессия получилась очень интересная, содержательная. И такие вроде разноплановые доклады, но очень-очень продуманные и, я бы сказал, такие нацеленные на конструктивные решения. Спасибо большое. Мы на этом завершим эту сессию. У нас есть там 10 минут для того, чтобы подготовиться к следующей. Thank you.